А у этих 47. Да. Да, и вот я бы керам дала больше. Они с керами как бы вообще никогда не соревновались. Причем у керов, ну, как и, собственно, и предполагается при первом взгляде, больше за набор технических элементов, а у Бельбана Агоста больше за компоненты. Ну, как обычно бывает. Ну, в итоге Бельбана Агоста в общей сложности все равно обгоняет на 3 балла керов, поэтому... Изабель, ну, они вместе никогда не соревновались. Ну, ну да. Изабель де Лобель, Оливье Шенфельдер. Щеке буквально ее прокрутил. Даже в рамках этих тяжелейших правил чемпионы показывают, что можно делать изумительные вещи, и это очень приятно. Дотянула до 4-го уровня, а то они очень часто получают 3-й за комбинированное, за совместное вращение. Очень здорово. Визл, стой. Дотронулась. И вторую сорвала. Ножку подставила. Ну, конечно, очень сложно делать последним элементом Твизла, хотя они, конечно, так сказать, он просто гений техники. И мне танец очень понравился. Правда, Вася, вам понравился танец? Ну, да, то, что, вот, то, что они будут катать, конечно, чисто. И то, что они не будут, может быть, с этого падать, хотя они, в общем-то, отличаются тем, что они падучие, всегда что-нибудь сорвут. У него вот такая пластика замечательная. С самого начала было понятно. Абсолютно органичный и умеющий на коньках делать все, что угодно. Вот все, что ему не предложишь. У них, кстати, новый хореограф, я смотрю, Фредерик Верон. Я очень хорошо. Не видел, чтобы с ним работал человек. Нашли человека, который им прыснет новую кровь. Да. Может быть, мы просто не слышали, но вот я заметил впервые. Нет, они очень интересные ребята, я их очень, например, люблю. Я много тоже с ними работала 8 лет, когда они были юниорами, и потом вот уже взрослыми. Чудесная поддержка, ну что говорить. Никогда не будет пара без новых элементов, никогда не будет побеждать.
нечто, знаете, ведь что? Они очень давно катаются. Они вместе катаются уже, наверное, 18 лет. Ну да. Да. И они остались и правильно сделали. И вот это для них новый танец. Новая жизнь практически. Да. Вот. Ушла. Вот именно. Раз. А вот сейчас еще... Вот. Еще подтолкнулась. Молодец. Да, два раза. Ну, чтобы наверняка. Ногу поставила сзади. Как смешно. Да, да, да. А мне еще, знаете, чем нравится вот этот именно актерский танец? Это такой своеобразный кивок в сторону ваших телевизионных шоу, а то все время говорят, что все артисты у вас, а тут типа скучно. Ничего подобного. Нет, нет, они... Я не могу сказать, что они не мои тоже, понимаете? Ну, вы понимаете, что я имею в виду. Но они выигрывают все равно. И то, они и то. Обязаны выиграть. А это... Ну, просто если... У них очень интересный, танец, да, при сорванных твизлах. При втором твизле. Ну, так она будет получать еще больше за это. Как смешно. Дедушка.